Всем привет! Сегодня у нас домашняя кухня и готовлю мойву. Мойву прежде чем класть на сковороду с раскаленным маслом, я присыпаю свежую рыбку мукой, но выкладываю сначала на салфеточку. Присыпаю мукой, солью и прованскими травами. Очень нравятся мне вот эти травки, они придают приятный вкус рыбке. А потом уже жареную рыбку выкладываю на салфетку и подготовленное блюдо. Вот, а кто не любит у нас рыбку, для тех у меня есть наггетсы с курочкой, тоже очень вкусные. Всем приятного аппетита, хорошего дня. Пока-пока, друзья.